Привет, YouTube, привет. Поговорим о маленьких полезностях. Вот мы видим пробойнички, оборудованные магнитами. Ну, я думаю, что не лишним будет повториться, для чего здесь у нас магнит. Для того, чтобы можно было примагнитить к неровной поверхности ваш пробойник, и он не падал. Но есть, как говорится, в этом и подводные камни, нюансы. Я пробойнички многие покупал без магнитика, в частности, вот эти вот китайские, вот эти. Вот, вот они идут такие, без магнитов. Как мы видим, вот я проворачиваю. Вот, это минус, на мой взгляд. Почему? Потому что они падают, падает под машину, надо каждый раз нагинаться и прочее. И вот в разные самодельные пробойники я имплантировал, покупал неодимовые маленькие магниты. Вот, вот этот заводской, нюслевский, это первый мой пробойник, я его покупал. Он не дешевый, 800 с лишним рублей я за него отдал, хренте когда. Вот, заводские оборудованные, они как бы нормально работают, потому что, ну, по заводскому тут все делается, и все, как говорится, все хорошо, все нормально. А вот такие пробойники, которые приходилось оборудовать самому, с них, во-первых, вот сюда набивается грязь, ну, металлическая стружечка, вот. Но это, как говорится, полбеды. Вот, хотя это тоже неприятный момент, когда ты им работаешь, стучишь по нему. Бывает, что вниз на деталь это падает, потом пробойник начинает следить и прочее. То есть это минус. Надо за этим следить. Вот. И еще момент такой, что вот эти магнитики, которые имплантировал я сам, где-то я кривенько, допустим, засверлился, и он выскакивает. И вот он выскакивает и примагничивается. Получается, что он выскакивает, остается на поверхности. И плюс вот эта вот грязь. Я пытался, значит, то клеем подмазать, то еще что-то. Ну, идея созрела другая. Вот. Если взять вот такие термоусадочки, вот тут они всякие разные в наборах продаются, копеечная их стоимость. Вот, что берем, делаем. Берем термоусадочку, очищаем тут от грязи все, одеваем. И вот такой чехольчик получается. Чуть надо это все прогреть, термоусадка сжимается, и магнитик выпадать уже не будет. Как мы видим, вот я даже бросаю, он сам, падая, примагничивается. То есть магнитные свойства от этого не ухудшаются или ухудшаются не сильно. Но опять же, при этом магнит уже выпадать у нас не будет. Это раз. Второй момент. Если грязь какая-то появилась, ее вот так пальчиком стер, и все. Вот такая вот идея возникла. Вот, потому что раньше я подматывал одно время, вот он, скотч малярский, но тоже как-то не то. Вот. А вот такая вот, ну, это со временем каждому приходит какая-нибудь идея, я решил ей поделиться. Я думаю, будет ребятам полезно. Вот. И оборудовать магнитиками, напомнить еще раз, за это удобство. И второй момент, что вот так дешево и сердито можно все это дело оборудовать. Вот что у нас получается. Одеваем как раз на место, где у нас магнитик. Вот такими пачками, еще раз повторюсь, продаются эти термоусадочки. И на них, если грязь прилипла, мы ее легко вот так пальчиком стираем и продолжаем работать. Вот такая вот несложная работа. И удобства в работе будет гораздо больше. Грязь будет легко сниматься, которая примагничивается. Я имею в виду, это металлическая стружечка. И еще раз повторюсь, что вот прекрасно
Это все крепится и магнитик не выпадает. Но это у тех, кто, так сказать, не фирменные, без магнитов, и кто сам оборудует. Почему это получается? Потому что диаметр сверл, который продается, не всегда соответствует правильной посадке. То есть она должна чуть-чуть в натяг. А мы меряем, сверлим сверлами обычными, которые как бы допускают большой люфт, вот, и с этим связано, как говорится, то, что магнитик выпадает. Если бы были сверла калибровались, я имею в виду, там нужно купить, можно было под эти магнитики, чтобы как бы жестко задавить его, запрессовать туда, но у меня такой возможности не было, поэтому вот такой вот выход. Ну и визуально они как-то поприятнее, двухцветные смотрятся, но это, конечно, я ерунду говорю, но все-таки, тем не менее, какое-то разнообразие, вот, более симпатичные и удобнее работать. Все, всем спасибо за внимание.